за что в полиции оказались. За кражу велосипеда. Андрей не похож на вора, скорее на 19-летнего застенчивого юношу, который, судя по маникюру, все еще пребывает в детстве. Возможно, поэтому он с прибольшим желанием вызвался осуществить мечту своего друга-подростка Кирилла. Тот хотел велосипед. Мы остановились, посмотрели, посидели около его, присматривались у подъезда. Приехал я на своем велосипеде, рядом встал. Он взял плоскогубцы эти. Андрей на криминальное дело приехал на своем велосипеде. Он взял у Кирилла инструмент и перекусил тросик. И сам пошел к своему велосипеду, а он его взял, и мы поехали, так сказать, в половку его. Украденный транспорт принадлежит 29-летней кировчанке. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Хотим напомнить, что специальные замки тросики не гарантируют сохранности вашего имущества. Приятели не судимы ранее, но теперь у них такая перспектива появилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Коллективная кража». Ответственность до 5 лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия.